Медет, Воронков, быстрый перевод, Антипин. Гол! Забивает Ойямяки. Ну вот, пожалуйста. Ойямяки — лучший снайпер сезона. Вот рикошет, который играет в пользу Витязя. Рикошет от ноги Пушкина. 2-1. Кто, как не Ойямяки, должен был забросить эту шайбу. Действительно, сегодня самые активные и самые опасные. Да, там в первом периоде, может, еще сейчас, но во втором периоде легионеры Витязя уже выходят на главные роли. Но и здесь не лучшим образом сыграл Пашнин перед своими воротами. И Олки Анур уже ничем помочь не мог, потому что, в принципе, там уже добивание с метра. А был рикошет, бросок. И Ойямяки укрепляет свое лидерство в списке снайперов чемпионата.